Ну, вот эту, кто не видел, я уже ее показывал раз. Этот Шевроле Нивы. Мало что осталось. Только очертания. Хороший гелик. Да, серьезная тут Нива, да? Да. Заряжена. Это что, еще жопу оторвали в Нескучном, понял? Ты был тогда, Вить? Нет. Точно, вот. Не приварили еще? А, не приварили. Это Макса УАЗом, да, оторвали? Да, да. Не, ну я вижу там все, амортизаторы новые, соленблоки, кардан. Шины. И так обошел в разнос, наверное. Это его, вот сейчас я. Это не его. Это своя? Это Витаха, это все говорят, что твоя. Да, вот эти легендарная поляна, где я слепого раскручивал. Звон набирает. И тут, вот где они сейчас стоят, вот тут УАЗ глумился над Nissan Patrol. Это вот эти места. Ну, после майских дождей, июньских гроз тут нормально все выросло. Смотрите, какая красота едет. Просто глаз не отвести. Там и пилот серьезный, а вот еще какой серьезный. Какие-то у тебя не такие яркие цвета на машине, Макс. Иди, это вон уже пришли. Макс привыкает к машине. Сейчас будем идти на результат. Нормально. Привет. Прокатка трассы. На заднем приводе. Михалыч готовит, чтобы было всем интересно. Отлично. Хорошие места. Нормально идет. Проходная трасса хорошая. Вот этот известнейший человек. А что это за машина у тебя, слышишь? Шо, забыл, Игоречек, а где ты взял? Колунда. Так а что-то как-то ты медленно ехал. Колунда? Да Колун же это Патрол, а это ж другая. Нет, или Жулеечка была та 73-я, понял? А это что-то не то. Игорь, так а что это за машина такая красивая? Это белую ты покрасил? А, тут смотри, внутри другая она. И каркас есть. Обязательно. Не, ну тебе да, я бы тебе двойной даже каркас ставил бы. Чтоб коты... Наружный и внутренний, да. Каркас, чтобы он по-любому просто нет. Да, да. Чтоб встревал домик, чтоб входил в землю. И останавливался, да? На время пошел? Вот там, вот так. Еще трохи, подожди. На время идет, наверное, уже. Какое время? Уже на время пошел. Красавцы. Мужчина, это для того, чтобы нормальные внедорожники могли выиграть, понял? Да где ты, мужчина, я хлопать. Хлопать. Нравится тебе трасса? Я думаю, хорошо. Игорь, скажи пару слов насчет всего. Нет, трасса шикарная. Раз под лапы, поиграл под лапы. То, что надо, да? То, что надо под это лапы. Под правильные машины нет, сделано. Как под наши, это малолитражки. Все нормально, под кущами были. Малолитражки надо модернизировать, под, да, под кущами. Правее, там под кущами можно брать. Да он, слушайте, человек, он не первый раз уже участвует. Это, конечно, грамотный человек.
Так, жеребьевка идет, кто за кем едет. Первый года. Первый тоже? Первый. Да. Какой, Саня? Первый. Вот это, блин, представляешь, это как в лотерею «Жигули» выиграть в советское время, елки-палки. С такого количества людей вытащить первый номер, блин. Ему реально фартит так, что все розыгрыши он просто выигрывает. Розыгрыши выигрывает, тут первый номер вытащил. Ты в казино когда ходил? Саня, слышишь, поехали лотерею где-то купим с тобой после опровода. Макс, ты тянул? Нет. 15. Дайте на микролитражке парню вытащить. Макс, тяни. Второй можешь вытянуть? Уже второй, третий, четвертый, уже все. О, какой? 13-й. Не, ну это ты нормально тянешь. Какая у тебя красивая машина, блин. А штурман який у меня подивился. Нифига себе, и штурман серьезный. Да. Не, ну это заявка на победу. Ну что там в Запорожье было? Хорошо? Да. Нормально, да? Остров Портиса. Блин, класс. Пацаны хорошие. Да. Так, вот серьезный открывает зачет. Ну сейчас мы поймем, что тут за трасса. Ой-ой-ой. Красавчик. Нашел правильную траекторию и на коксе пролетел. Тут и гидроцилиндр, и лапландеры. И пилот серьезный. Игорь, это китайские эти шины или что? Да, китайские. Или американские? Это машина китайская, шины китайские. Со 183-й решетку идти поставили. Не все, да? Да. И пара. Вот самое сложное. Так, ну они все объезжают, елки-палки. Не, ну это не серьезно. Еще одна Витара пролетела, в общем. Бодя, наверное, да. Вранглер. 3,6. 37 колеса. По той же траектории, да. Неправильно спроектирована трасса вообще. Столбики поставить, пусть все ныряют в воду. Да не, ну это... Да это вообще не серьезно. УАЗик, о, первая. Серьезный автомобиль. Проехал. Так, судя по звуку, едет Шишига Додж. Сейчас он тут исправит все недочеты предыдущих. Красавчик. Подрегулировал трассу как мог. Так, кто-то летит там. Нива. Это Вова. Это та, которая сальто через капот делает. Ну, хорошо пролетел. А, 69. Проходное, но не попал в финишный створ. Так, серьезный внедорожник. Попал в лент. Створ нормально. Это Игорь. Ну так. Не так уже просто. Ну копнул там он хорошую колею. Вот это хорошо копнул. Да, после него будет лихо. Сейчас будет интересно уже. Сейчас начнется нормальный оффроуд. На триподорах. Ух, как круто он прошел. Насколько они большие? Какой-то УАЗ на больших колесах идет сейчас. Не, это не он. Это пока не он.
А может не он гидроцилиндр, ну как-то тихо он так едет. Не он, да, по звуку. Знакомый звук. Еще и в створ попал, и дверь открылась. Тоже открытая тема, да, дверей? Да, да. Да нет, там надо уметь закрывать чуть-чуть. Слушай, а я хочу вообще заварить и сделать, как у Брандлера. Знаешь, какой, блин, проем просто выбрать. А дверь вообще убрать. Это мой подписчик. Не попал в траекторию. Ну, на Шевроле Нивах они такие жесткие ребята. Тут интереснее, Юра. Давай сюда. Если тебе интересно, там ты Руслан стоит, а там интересно. Копнул ступеньку. Газиком легко достали. Так, а вот и 70-очка. Опять какой-то лайт. Блин, Геленваген не там застрял, ему там надо было. Сейчас следующая будет Нива. Пролетает, колеса хорошие. Так, FJ. Это, наверное, тот, что на танковой был. Ух, там и звуки. О, вот это наш человек. Ну, зацепился, молодец. Красиво. Миша, куда ты? Вернись. А вот и самый тяжелый пилот современности, многократный участник всевозможных RFC соревнований, ну объехал все, объехал тоже, вешку завалил, ну хоть что там. Так, о, это Юра. Чероки короткий кирпич. XJ короткий. Неплохо. И в Одессе так не бывает. И в Одессе так не бывает, говорят, и в Прилуках так не бывает. Если Вова говорит, если спецучасток, значит спецучасток. А не вот это. Тут на девятке люди. Сейчас я чувствую, комменты будут, и я на девятке тут проехал бы, блин. Так, ГАЗ-63 на Кразовских. Его слышно. Нет, это Додж. Шишига Додж, я извиняюсь. Шишига Додж. Пошел на победу. О, интересное развитие событий. На мосты присел. Присел на мосты. Сейчас 63-й. Динамика. Так, что-то оторвали. Стропа. Стропу разорвали. У меня такая обгранчероки фары. Фару на 840 частей разлетелась.
Что-то не то АРБ уже, да? А нет, а просто я так зацепил. Нет, порвали стропу просто. Нет, стропа цела. Чуть не проехал, да? На Кразовских проехал бы. А? Драйв надо было включить от точки, понял? А. Это Рубилово. Это Миша по трассе на время ехал. Нормально. Теперь ленточки поставить, и хорошая трасса будет. Сцепление. Запах от газика, наверное. В обратной последовательности. Кто завершал, тот стартует. Это уже не спортивно, по кустам так. По кустам, да. Серега, красиво. Трехлитровый мотор в этом УАЗе. Звучит шикарно. И сверлит. Там все УАЗовское. Олег восстанавливает трассу. Восстанавливает трассу. Ох, сейчас его бросит. Нет, выскочил. Могло сбросить туда, где гелик сидел. Но зацепился. 70-ка крутая там. Так, FJ теперь. Тут FJ уже будет сложно, да. Во-во-во, так и... Нет, здесь пробуй, здесь лучше. Здесь ничего. Да проедешь. Не слушай это. Да слушай меня, я тебе говорю. Так экшена не будет по кустам. По кустам это не те люди вообще ездят. Морда хотя по кустам любит, да. Смотри, тут нормально вообще, да, где ты идешь? Да, смотри по шее только. Только влево надо будет вовремя уйти потом. А, хотя можно по этой стороне идти. Вова, и по этой можно идти, да. Почти проехал. Что там, застрял? Понижайку включай. Включай передний привод. Костя, там хорошая грязь, там лечебная, да. Выходи! Костя! Я здесь! Уже и там. Сейчас серьезный экипаж на Шевроле Ниве покажет, как надо. Так, многократный участник международных соревнований РФС. Так, это Вова на очень быстрой Ниве.
понижение хорошее. Так, вот серьезный автомобиль. Там серьезный пилот. Блин, нормально едет. Обрызгал меня немножко. Показал там, где гелик сидел, все проехал. Красавчик просто. А то ездят, скажи, непонятно на чем и как, да? Вот так пролетел. Вот так он меня немного освежил. Блин, и сумку все освежил. По всем местам, где гелик сидел. И 63-й все проехал, красавчик. Да, да. Суровый. Блин, что-то... Фотографии красивые у пацанов, все нормально. В доджа колею провалился, в доджа колею. Я, короче, потерял динамику. Немножко, да. Но это не страшно. Носочки у пилота красивые очень. Не, легко вынял. Экшен не удался. Дали возможность перезаехать. Ух, как красиво, блин. Как-то пропадают цилиндры, когда все работают, прямо валит вообще. Один, два, три, поехал! Даже собака гавкнула, что готово. Ух ты, как дубасит. Да. Еще подъем такой жесткий. Элька. По-взрослому. Так, вот звезда. Ох, пошел по жесткой траектории. Ну и горечек. Вот это покрасиво. И по-честному. Да. Не знаю. По краю. Тоже странно, заработал мотор. Или просто в натяжку. Так, это мой подписчик. Женя. Первое соревнование. Красавчики, сейчас покажут результат, пацаны. Там Витя Штурман. И пилот заряжен на борьбу. Молодцы. Вот и финиш. Один, два, три, поехали. Конечно, звук американского V8 это ни с чем нельзя
сравнить этой красоты финиш. Так, Вранглер, Саня на Вранглере. Проходная траектория здесь. Так, сейчас самый молодой участник. Бодя. Классная Витара машина. В Литве очень много их в охроуде участвует. Тут подъемчик. О, это очень серьезный пилот. Вы сейчас посмотрите, как он валит. Аж до меня брызги долетели. Очень быстро идет. Игорь быстро очень. Так, ну и наконец заключительный пилот на этом спецучастке. Прошел красиво все. Так, ну думаю, надеюсь, следующий спецучасток будет поинтереснее. Тут пока как-то так все сильно просто местами. Ты сейчас опять упадешь жопой вниз. Ну вот так вот тогда. Упал. Ага, вот так вот. Вот так вот ты в прошлый раз и упал. Давай.